Настя, бери сосиску в тесте. Ладно, возьми две, мне тоже возьми. Эй, кошелек верни. Ты что там мне деньги пересчитываешь? Верни кошелек на родину. Что говоришь, что много иностранцев? Не, я не слышу, чтобы иностранная речь была. С какой стороны эта буква вообще открывается? Она сухая, жесткая. Видимо, с предыдущего Комикона еще. А когда он был в прошлый раз? Никогда. Сейчас я самурая подсниму. Халявная меринда. Короче говоря, здесь в Кумуарена Комикон по кругу, внутри по кругу идет куча отделов с разной атрибутикой. Просто на качельку захотел, на рекламную. Вот, вокруг куча магазинчиков с атрибутикой, мерчом всяким. И в центре, в самом зале, там тоже дискотека, танцпол. Сидящим стопом тоже можно занимать. Но надо следить за программой, что во сколько кто выступает. Пока что люди просто ходят по кругу, фоткаются, смотрят друг на друга и там веселятся. Еды здесь что-то маловато. Всякие перекусы, сосиски в тесте, пирожки, и то мало выборов. Настеночка, а тут нет никакой кафешки? Здесь есть этот филиал. Кто? Какой? Желтый мальчик? Да. Где-то здесь я видела. Надо бы сходить, потому что хочется нормально поесть, а вот эти перекусы, сосиски, булки. Причем здесь целый день звук открывается, и до скольки? До 9 или до 10 вечера? Вроде как до 9, но это так. Ну вот, представьте, голодными ходить стоит. Все, не будет все смотреть. А он сходка анимешников. О, кицуне. Да, где-то. Можно покушать рамёнчик. Давай я понесу, Настя, а то ты Мэйбл Пайнс такая закошмаренная. С сумками. А мне не надо образ, марку держать. Могу и с пакетом ходить. Монах какой-то шулинский. Что ты мне хочешь показать? Смотри оригинал. Смотри оригинал. Вау, да. Типа Крокс оригинальный, да? Типа Крокс оригинальный. Ну и как они на, этот, на ощупь ногами? На ощупь ногами классно. Ну, по кошельку бьют. Вот так. Ну ладно, чисто мужской вопрос. Ноги не воняют после них? Нет. Ну то есть не китайский или клей, вот это все? Нет. Самое главное, чтобы самое ноги главное. Не воняли. Девчонки, приходишь, ботиночки снимаешь, кроксики. Самый кайф просто, ребята. И ароматы ванили прям. О, да. Давай. Красавчик. А где мои-то? Ой, я своих потерял. Здесь можно VR бесплатно, я так понимаю, погонять. Вон там люди находятся в виртуальной реальности прям. Зависли где-то в Sword Art Online. Ребят, вы там в САО играете? Или во что? Не разговаривают. Видимо, совсем ку-ку поехала в этой игре. О, ничего себе. Я это порвалась. Гавайи. Сейчас покажу, что здесь продается. Да.
есть, и бижутерия тоже есть. Настю, кто все-таки фоткается? Не меняй, пожалуйста, голос, отображает. Вот сзади меня, которая как раз вот здесь находится справа. И вот эта девчонка говорит своему этому парню коральным способом. Говорит, чтобы голос не меняй, меня раздражает. Ё-моё, там же старинные приставочки. Гитар Хиро. Давай! Баба! Подбей лутку! Непонятно, кто здесь сохраняет. У него вооружение, по-моему, серьезнее, чем у официальных представителей власти. Кто-то здесь свою манку продает. Юные авторы. Малышка сидит. Ну вот, не успели купить огурчик Рика. Разноцветные девчонки. Я это не снимал. О-о-о. Мне не показалось. Вот это кувалда у девчонки. Загрантил мне это слово другой огромный гигант-мутант. Хотя, может быть, это не костюм. Так, а извини, мужик. Что-то как-то с едой здесь очень, очень грустно. Мы нашли Сарикбала, желтого мальчика, но здесь нельзя заказать пиццу. Вот у них такая стойка. Такая стойка. И надо ждать, пока пиццу привезут. Какую пиццу привезут, такую будешь есть, такую будешь покупать. Но даже какой-либо любой сейчас нету. Надо ждать, когда привезут, и уже покупать с того, что будет. Ну, как-то, конечно, не настроена эта тема, при том, что с собой ты еду сюда притащить, да. Ну, нельзя. Не придешь с пакетом с жареной курочкой. Так что... Упущение. То есть это очень конфиденциальная информация будет. Продвигать узбекское кино в международные массы, как я понимаю. И наша члена! Ассаламу алейкум.
Hello again, welcome to Uzbekistan. And I want to give a question, like, what is the best piece of advice that you received in your acting career? I mean, the best advice is just keep going. You know, a career is a journey, and it doesn't stop until you stop. So, just keep going. Do you know who does my voice? In Russia, yes. Vasily Nakhnenko. Does he have a very sexy voice? I hope so. Yes. Vasily Nakhnenko is official voice of Matthew McConaughey. Okay. Yes. I feel honored. Мы хотели спросить, читали ли вы фанфики про себя? You know any good ones? No! I won't tell you this. Okay, so, I didn't expect it because it wasn't in the books. But I when I saw that, then I... Привет, Света! Yes, hi. Ты сегодня был, друзья? Нет, просто... Она микрофон. Просто ежедневные линзы. Да? Ну, это единственное. Я вампир. People, I have very similar compassion for people. And also, I understand what it's like to be a father and to really want to take care of your family, to keep your family together. У меня вопрос. А что стало со вторым кандидатом на Эйрона Йегера? Он жив? Следующий вопрос. И попросить раздеться? Чисто залезть бы к молодому человеку на шаг. Сейчас, потерпи, родной. Мне надо вон того человечка раздеть на столе, сейчас. Да. Ну, максимум одну. И то там ничего, ребят, вы чё, всё. Всё? Снимите крупным планом. Да ладно. Я вас, друзья мои, на... несколько минут покидаю. Из этого потрясающего аниме. Можете посмотреть его, оно лежит тоже в интернете. Это история про японских подростков, которые захотели сколотить рок-группу и завоевать Америку. Что спрашивает повар у повара? Ты, наверное, милиционер? Нет! Влад танцевал стриптиз, вы будете? Не, у меня не такое красивое тело, как у Влада. Правда, что у вас леопардовые трусы? Сейчас нет. Блин, подарите леопардовые трусы, ребят. Может, женские? На меня, мне кажется, очень сильно повлияли такие шоу, как Family Guy, Гриффины, South Park, Южный Парк, да. Ну, короче, вот эти все мультики, Гриффины, Симпсоны, Футурама и немного всяких вот этих раковых мультиков, типа Робоцып. Вот Робоцып — это вообще жесткий. Очень важно смотреть, если хочется развить какое-то определенное чувство юмора, нужно смотреть подобного рода контент, и все. Начинающим блогером. Основной момент, наверное, терпение, продолжать делать, вот, и искать себя. Но, опять же, я не могу тут нормально, прям адекватный совет давать, потому что мне еще и частично повезло, потому что у меня довольно быстро все получилось. Давай. Я был на телебашне, с телебашни просто прекрасный вид на город открывается, она еще классно мерцает. И вот еще очень классно, что... И народ, люди очень приятные. Это вот прям вообще. Почему? Ау!
Мне в 16 лет приснился сон про зомби, и я решил написать небольшой рассказ на зомби-тематику. Мне нужно было придумать имя для своего персонажа. Адам, это потому что у группы Blink-182, моя любимая группа, есть песня Adam's Song, то есть имя было взято оттуда. Томас, middle name, среднее имя, это в честь Тома Делонга, гитариста, вокалиста Blink-182. А Moron, это типа как Moron, типа через О, это придурок, грубо говоря. Ну, это такая типа самоирония. Ребята, которые сидят... Давай, ребята, которые... Сейчас упадет уже. Давайте дальше. Парняга там задолбался держать. У меня вопрос. Давай. Есть у вас какие-то проекты на будущее, в этом или в следующем году? Есть, да. Короче, грубо говоря, историю мемов в хронологии, то есть по годам. Я с вами обнялась. Не нанесла ли я вам психологическую травму? Нет. А я вам не нанес психологическую травму своими видосами. Кстати, как и с ковром, это плед, который просто лежал на диване, и я его просто повесил. Я вообще думал, что я его заменю в какой-то момент. Вы что, что не сказали? Ну что, надо кричать, Макс, у нас есть микрофон! В общем, во-первых, спасибо большое за просмотр. Все, хорош. Все стало на свои места. Какие у тебя отношения с коллегой по заводу или, может быть, конкурентом? This is хорошо. Стас Давыдов. Вообще, на самом деле, прекрасные отношения. Если, я не знаю, ты, может быть, не видел, но, короче, естественно, там вот, особенно в начале, там, моего шоу и This is хорошо, наши аудитории, они как бы устраивали кульвары, да, в комментах, и постоянно был спор. Это как Пепси и Кола, да, что было первой, курица или яйцо. Вот, ну, правда, был первый плюс 100-500, понятно. Но... Были у вас мысли, то, что, а может быть, хватит уже? Но мне бы очень нравится. И шляпа, и то, и там и шляпа, и рога. Алло. Алло. Макс, здорово. Ну, здравствуй. Ты знаешь, я не хочу тебе задавать вопросы какие-то. Я просто хочу тебе сказать, что ты реально крутой чел. Вся мемная индустрия, которая сейчас есть, которую ты видишь, я считаю, что все это началось именно с тебя. Зашибись, водичка, вот это вообще просто. Спасибо тебе за то, что ты делаешь, ты просто великий чувак. Любовь. Взаимно. Взаимно. Так вот, девушка прыгает